Привет, Филипп, тебе из, ну, на сей раз уже жаркой Риги и Юрмалы. На самом деле, очень рады, что ты все-таки всеми правдами и неправдами приехал к нам на новую волну. Это был хороший большой сюрприз. Ты нас порадовал. Ну что ж, вот и мы теперь решили тебе также спеть одну из твоих любимых песен про маму, которая тихим голосом все говорила и говорила. Но мы решили таким спеть более веселым и быстрым вариантом. Может, тебе также понравится. Она специально для тебя. Кстати, да, качество мы снимаем на телефон. Хороший, правда. Мы посмотрим, так что качество может немножко хромать. Но, в принципе, картинку в целом увидеть можно. Итак, поехали. Мне мама тихо говорила, зачем ты отчий дом оставил? Ловил жар птицу в высоком небе, упал на камни, и я бессил. К родным долинам пришел с повинной твой блудный сын, твой блудный сын. Мне мама тихо говорила, зачем друзей своих покинул? Прости мне, мама, мои дороги в стране далекой, ночь длинней. В пути устала, мне не хватало моих друзей, моих друзей. Ну, потанцовка сейчас вся спит, поэтому тебе придется маму. Зачем оставил ты невесту? Я знал, не венчан красивых женщин, и в этом, мама, моя вина. Из жизни прежней пришел ты грешный, сюда, где ждет меня она. Мне мама тихо говорила, зачем забыл родные песни? Прости мне, мама, чужие песни, чужой прекрасной стране. Я все забыл, одну лишь помню, что ты когда-то пела мне. Мне мама тихо говорила, зачем ты отчий дом оставил? Ловил жар птицу в высоком небе, упал на камни, и я висел. К родным долинам пришел с повинной твой блудный сын. Голубый сын. Ура! Ну что ж, мы надеемся, что тебе понравилось у нас в Риге, в Юрмале. Ну и ждем, как всегда, твоих дальнейших концертов здесь у нас. И счастливо!